Здравствуйте, меня зовут Родни Рабе, я работаю радиологом в Споконе, штат Вашингтон. Это небольшой городок в северо-западной части США, в котором я живу уже 28 лет. Многие спрашивают у меня, как варикозные вены лечили раньше, и на протяжении многих лет хирургическая операция была золотым стандартом. Хирургическая операция – крайне инвазивный метод, во время которого пациент находится под общим наркозом, поскольку эта операция очень болезненна. Делаются большие разрезы, затем в вену вводится крючок, и ее вытаскивают наружу. Такой метод эффективен, однако многие пациенты смиряются с варикозными венами, чтобы не делать такую операцию, во время которой удаляют вены и после которой требуется длительное восстановление. Примерно 10-12 лет назад появился новый инновационный метод или новая идея, при которой можно вставить небольшую трубку в варикозную вену, вызывающую основные проблемы. Эта процедура выполняется с ультразвуковым контролем, с введением местной анестезии в обработанный участок вокруг вены. Именно развитие УЗИ позволило вводить эти небольшие трубки и не использовать анестезию. У нас еще есть все эти методы лечения, которые называются абляцией вен с помощью радиочастоты или лазерная процедура, о которой мы все слышали. Однако для этого требуется воздействие высокой температуры, потому что лазерный зонд нагревается до температуры 700 градусов. Поэтому даже при использовании местной анестезии вокруг вены вы это почувствуете. К тому же во время процедуры врачи должны быть очень осторожны, чтобы не обжечь ткани вокруг вены и не допустить возникновения побочных эффектов. Что такое виносил? Как он действует и как отличается от существующих технологий термической венозной абляции? Виносил — это биологический клей, главный компонент которого — цианоакрилат, используемый в организме человека около 40-50 лет, и применение которого очень надежно и эффективно. Процедура проводится с помощью небольшого катетера, который вводится в вену через небольшой разрез. Катетер вводится в вену, и вы не чувствуете его. Затем вводится безопасный медицинский клей, закрывающий вену, и вы не чувствуете закрытие вены. Вы даже не чувствуете механизм, закрывающий вену, который выпускает небольшой объем безопасного медицинского клея. Катетер вытаскивается, накладывают повязку на место введения клея, и не требуется местная анестезия. И вам не нужны обезболивающие лекарства. Не нужно носить компрессионные чулки, которые обычно сложно носить. Накладывается повязка, и вы сразу же возвращаетесь к своим обычным занятиям.